человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Воплощая на бумаге свою нерастраченную страсть к путешествиям, они плетут причудливую картину стран, городов, характеров и судеб в своей голове. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Символом для этих людей выступает число 7, и управляет ими планета Нептун. Не очень заинтересованы в деньгах, поэтому никогда не примут решение для получения материальной выгоды. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.